озвучили так называемый материнский пакет. Материнский пакет предполагает, что дети будут получать пособие до 7 лет. Мы в качестве ориентира взяли Литву, Латвию, Эстонию. За каждого ребенка матери будет получать не менее 50 евро. Это приблизительно 21 тысяч тенге за каждого ребенка. Сейчас многодетные дети, семьи точнее, получают на всех детей 10 тысяч тенге после года. А мы до 7 лет за каждого будем платить столько. И еще дополнительно будут бесплатные школы. Обеды до 4 класса включительно бесплатно. Медицинские услуги государственные бесплатно. В университеты студенты будут получать компенсацию на аренду жилья. Стипендии минимум 50 тысяч тенге. Это все будет входить в материнский капитал. Понимаете, да? И государство в состоянии все это сделать.